Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, награду здесь забрали. В магазине открываем колоду. Выпадает нам змей-ковьюн. Так, пошли по заданиям, быстренько пробежимся. Серия испытаний. Так, ну здесь придется идти в обход. Тут уже никак напрямки не получится. Так, Ванюшка и... Давай без Шреддера. Сыграем такой командой. Я думаю, никаких проблем не должно у нас возникнуть. Можно было, конечно, Рафаэля убрать. Ну, пускай будет. Так, укус. Удар. Так. Молодец, Рафаэль добил этого паукуса несчастного. Давай ракету запустим. Ха, сразу накрыли его. Так. Киборга тоже убили. Смотрим, что у нас тут. А тут у нас вот такая вот команда. Стоит довольный. Так, змейковью, наверное. Не, лучше пиццелицева. На тебе. Теперь змейковьюна. Постепенно повесится? Не повесились. Так, давай попробуем маузерами тогда бомбануть. И пулеметной дробью. Шикарно. Быстро, как говорится, мы прибежали. Ну что, сегодня в планах у меня дойти до Лиги Мастеров, наверное, 3 звезды. Топовое место я, конечно, не уверен, что возьмем, но хотя бы, чтобы мы уже там находились. Так, награду взяли. Теперь поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Ну, сражаться мы будем с тобой за крысиного короля. Потому что нам нужно прокачивать навыки. Смотрим. Два вот этих вот геймпада. Один нашли. Так, нам нужен вот второй. Два геймпада уже есть. Смотрим дальше. Силовые ячейки крэнгов. 6 штук. Одну нашли. Так, вторая. Третья. Четвертая. Давай, жми. Пятая и последняя, пожалуйста, мне. Шестая. Так, 6 ячеек мы нашли. Блин, 10 ящиков с инструментами. Ну, в принципе, это легко сделать. Один ящик уже нашли. Так, второй. Блин, ну что ты начинаешь-то? Второй, третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Седьмой. Восьмой. Восьмой, и пицца кончилась, ребята. 8 ящиков мы пока только нашли. Ладно, прокачаем в другой раз. И поднять уровень персонажа. Так, мы с тобой прокачиваем по уровню Макмана. Но я сомневаюсь, что нам хватит. Потому что у нас 19 тысяч мутагена, а нужно 22, почти с половиной. Это уже есть только после арены. Вот что я тебе могу сказать. Так, давай-ка мы, наверное, зайдем на испытание сразу же. Берем девичью силу и начинаем фармить жетоны. Кукла Дарума. Эйприл. Камень Талик. 3 доллара. 40 жетонов есть. Еще 40. Отлично. Так, морозильная кошка. Золотые осколки. Еще 40. Ну что, ребята, неплохо, неплохо. 480 у нас уже осколков. Так, здесь больше нам нечего делать. Ребята, еще раз повторяю, если будет возможность, фармите себе супер Шреддера. По возможности, как можно чаще. И поверьте, он крутой. Ну что, давай тогда мы пойдем с тобой на турнирную арену. Что нам еще остается? Лига Сёгунов, 3 звезды. Все-таки скинули меня с Лиги Мастеров, как я посмотрю, да? Ладно, будем по-другому тогда с ними разговаривать. Поехали. Берем Армагона. Да, я возьму лишь одного Армагона. Я думаю, что он, в принципе, справится. А прикинь, не справится. Вот будет весело. Вот будет весело, что Рейчик опять опрофанился. Но я надеюсь, что Армагон меня не подведет все-таки. О, видишь?
Видишь, как Армагон мои надежды оправдывает. Вот так вот, ребята. Это вам не хухры-мухры. Ну что же, погнали дальше. Ох, они меня еще и скинули на 85-ю позицию. Офигеть. Зашибись. С лиги-то мастеров, прикинь. Скинули как. Опять же я беру, ребята, Армагона здесь. Раз, два, три, четыре. Почему я, интересно, беру Армагона, а не Супер Шреддера? Можешь мне это объяснить? Что это у нас за новый тренд? Брать Армагона. Это рискованно, ребят. Благо, он меня пока не подводит, но в следующем раунде я возьму, наверное, лучше Армагона. Хотя, еще раз повторю, что в следующем раунде возьму Армагона. Возьму Супер Шреддера. Я тебе еще раз говорю, что все-таки Армагон, он бомбит посильнее, чем Шреддер. Шреддер берет в основном постепенным уроном. Если он постепенку повесил, то все, считай, ребята, никто там не выкрутится из этой ситуации. А Армагон, если он валуном кого-то не добил, то уже будет потом плохие последствия. Давай посмотрим, как у нас Супер Шреддер здесь проявит себя. Отлично проявил. В любом случае, кабану не жить. Все, постепенно урон его забрал с собой. Ну, а мы двигаемся дальше. Поединков будет очень много, потому что всех сегодня хочу отыграть. Всех своих бойцов. 37-й раунд. Ну, давай что-нибудь там. 16-22, отлично. Опять же беру Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Когда у тебя есть офигенный боец, да, очень быстро продвигаешься. Очень быстро и причем с минимальными затратами. В данный момент мне все это обходится в один откат. То есть я трачу откат на Супер Шреддера, чтобы его забрать. И беру с собой вот этих вот довольно слабых персонажей. Они сами из себя здесь ничего не представляют вообще. Без прокачки. Ну, ты сам понимаешь, сейчас у нас идет прокачка кого? Макмана, потом Крысиного Короля, потом Кренга. В общем, качаться еще нам качаться. Так, подожди, почему 16-21? Вот. Вот, только сказал, да, и сразу же мне подкинули 16-22. Так, ребят, вы куда лезете? Вот здесь уже, ребята, все. Видишь, 64-й, 67-й. Он уже может сфейлиться, поэтому придется нам кого-то брать. Возьму Зека. Возьму Зека. Зек, по крайней мере, здесь еще нормально нанесет урончика. Плюс возможность замедляшки повесит. Окей. Так, друзья, еще раз повторяю. Для тех, кто в танке, если что, подписываемся на Яндекс.Дзен и в сообщество ВКонтакте. Ссылки я, если не забуду, оставлю в шапке. Даже не в шапке, а в описании. Так, поехали дальше. Угу. Ну, третье место у нас. То есть сейчас мы уже перейдем. Подожди секунду. Сейчас мы уже с тобой перейдем в Лигу Мастеров. Блин, как же опасно вот брать этих 55-х уровней наших бойцов. Тем более, когда Хан, он сам по себе слабый, ребята. Он первый, у него инициатива хорошая, да, но он сам по себе слабый именно по атаке. Поэтому попробуем Криса вальнуть. Ай-яй-яй, защита, хорошо. Тыч, все. Этого было достаточно. Так, и двигаемся, естественно, дальше. Переходим с тобой в Лигу Мастеров. 89-е место. А мне 16... Не, 16-23, наверное, скажут рановато. Но я, в принципе, и соглашусь, что действительно будет слишком круто, если они мне дадут 16-23. Блин, я все время забываю, что нужно двоих брать. Кого тут взять? Ну, давай Шархана. Шархан, если что, на прикрытие, плюс дебаф на понижение брони. Если бы он еще ходил бы первым,
Он бы мог понизить броню, а потом бы супер шредер по пониженной броне просто мог бы дамажить. Вот и все. Ну-ка. Так. Готов. Ну, двигаемся дальше. Че ты задумался? Игра, давай, давай, двигаемся. Бустимся, как в первый раз. Так, 75-я позиция. Ну, прикинь, где-то 7 поединков нам нужно будет сделать. Это минимум 7. Так, возьмем Донни. Не знаю. У Донни инициатива-то, по-моему, не очень, да? Хорошая. Ну, в принципе, здесь против 60-х уровней он должен сходить вторым, по идее, после Супер Шреддера. Сейчас посмотрим. Угу. И всех добивает. Отлично. Погнали дальше тогда, чё? Так, 75-го мы перемещаемся с тобой на 61-ю позицию. То есть следующий поединок нас, наверное, выведет на полтинник, скорее всего, да? Мне кажется, будет именно так. Давай возьмем Макмана. Макман, 84 уровень. Он сегодня, кстати, получит у нас 85 уровень. Макман. И это будет круто. Там остается 15 уровней. Но эти 15 уровней, это целую неделю мы ему будем прокачивать. Представляешь? Нате вам. Да, я представляю, вот так уйдешь, да, на тебя ураган. Всякие плиты, там мусор летит. Прикинь. И попасть в такой ураган. Да, незавидно. Ну что, 48 место у нас, как ты видишь. 48. Вот, 17-23 уже дают. Давай возьмем Ваньку и... Вот так. Ну что, поехали. Если что, Ванька прикроет. Блин, как же ты меня, Рафаэль, а? Ты вот, у него инициатива, конечно, круче даже, чем у Ванька. Я боюсь даже представить, если его прокачать. Может быть, он даже и Супер Шреддера переплюнет. Именно по скорости. Это он еще маленький, не прокачанный. Так, с 48 места мы переходим на 34 позицию. Берем с тобой опять же Супер Шреддера. Возьму, наверное, здесь Бакстера Стокмана. Тут ключевое — это у нас Супер Шреддер и второго, кого я беру. Остальные идут паровозом. Паровозом для того, чтобы просто нам давали большее количество кубков. Так они вообще здесь не нужны. Но без них, сам понимаешь, никуда. Так, замечательно. Сейчас, я думаю, где-то 30-ку, наверное, возьмем, да? А, 30-ка уже, 20-ка тогда получается. 20-ка. То есть еще, ну, в лучшем случае, это, ребята, 2 поединка. 2. Так что давай, пока есть кого нам брать, я имею в виду вместе с Супер Шреддером. Потом придется тратить уже не один откат, а целых 2. Что не хотелось бы. Давай, погнали. Хоба, замечательно. Вот так вот. Если, ребята, кто не знает, как называется у меня второй канал, если этот называется Рэй Моррисон, то второй канал мой называется Рэй Плей. Рэй Плей Геймс. Это будет полностью. Но я думаю, достаточно набрать Рэй Плей, и все, ребята, и ты попадешь на мой канал. На второй. Еще раз повторяю, ну, нежелательно туда идти, наверное, детям. Ну как детям, маленьким еще, да? Потому что, во-первых, там игры не для них. Ну и, во-вторых, ну, все-таки там контент такой, знаешь. Я не говорю, что там ругаюсь или еще что-нибудь, но лучше не надо. Для детей вот здесь, в самое то. Туда пускай будут, идут подростки, там еще кто-нибудь.
Так, поехали. Так, Усаги, опа. Ну, удивляет, вот, ребят, вот, ну, всего лишь один постепенный урон он повесил, да, на Микеланджело. Я еще удивлен, что Майки здесь не стал ходить. То есть он довольно, у него хорошая инициатива, и он бы мог бы переплюнуть нашего супершредера там еще кого-нибудь. Ну что, друзья мои, мы в Лиге Мастеров 2 звезды. Уже круто. Уже круто. Так, берем супершредера. Я возьму здесь Майки плюс Рафаэля. И вот этих двоих. Знаешь, сколько сейчас времени на моих часах? 2 часа ночи. Вот мне делать нечего, да? Сидеть, записывать. А знаешь почему? Потому что я проснулся в 8 часов вечера. Опять, ребята, сбился режим, но через 10 дней отпуск мой закончится. И все, ребята, я пойду арбайтен. Соответственно, видосики будут выходить очень-очень редко. Потому что, ну, работа, сам понимаешь. Так что пока, ребят, наслаждаемся. И редко, и меньше. Тут мы можем позволить себе по 5-6 роликов, да, за день делать. При работе, ну, максимум 2. Это в лучшем случае. Так, ну что, супер шредер. Раз, два, три, 4. Попробуем так. Слушай, ну в принципе до Лиги Мастеров 3 звезды добраться сегодня реально. Вот мне кажется, что реально. Ну-ка, хоп-хоп. Можно было его, кстати, и не трогать, если честно. На ком там постепенка идет? Так, этот упал. Значит, нам нужно добить Лео. И Криса. Вот и все. Все у нас вышло. Ну и прекрасно, что я могу сказать. 78-го места мы попадаем с тобой в 65-е. То есть через поединок мы уже должны быть, наверное, на 50-м месте, скорее всего. Так, Шредер. Раз, два, три, 4. Ну, я думаю, что вряд ли они, конечно, нас тут запинают. Хотя есть такой шанс. 78 уровень все-таки, ребят. Но будем смотреть, что Шредер нам приготовит. Отлично он приготовил. Хва. Так, и добивка. Все, ребят. Ну, здесь вообще крутенько мы сыграли, согласись. И причем 17-24, это самая высшая категория кубков. Так, 51 место, отлично. 17-24, по-моему, круче уже нечего. Так, возьмем супер Шредера и, наверное, я возьму Леонардо. А бойцов-то еще, ёк-макарёк, хватает. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. 4 поединка еще, ребят. Еще 4 поединка у нас. Ну, не считая вот этого. 4 поединка, это как раз мы попадем, да? В Лигу Мастеров 3 звезды, ребята, мы с вами сегодня точно заглянем. Этот видосик уже будет, наверное, выложен все-таки завтра. Сегодня я еще хочу поиграть для второго канала в игры. У меня вообще-то в планах сегодня еще на айпадике поиграть для вас пару игрушек, я не знаю. Звездные войны хотел поиграть, но что-то я вчера уже все никак не мог. Вырубился, короче. Вот, Звездные войны. Не Castaway, а Звездные войны, наподобие которого вот как трансформеры. Вот, и у них есть такая игра. Как она там называется, я уже не помню. Наподобие, как вот есть Бравл Старс, да? Такая же есть, только на iPad. Как там по-своему называется, уже не помню. Название точное. Вот сейчас гляну, планшетик взял. Сейчас скажу, как она называется. Так, бомбанем. Да что ты. Так, а называется она Милимания. Вот, тоже там, ребята, все эти диснеевские, пиксаровские герои дерутся. Как бы, если интересно. Но я, видишь, я немножко сомневаюсь, что пойдет ли она нормально. Или же, опять же, будет
лагать, ты сам понимаешь, в такие игры, да? Я-то буду нормально играть, у меня здесь ничего на мониторе лагать не будет. Точнее, не на мониторе, а на планшете. А вот именно при самой записи почему-то получается лаги, фризы. И это очень сильно раздражает. Также хотел поиграть в игруху Мономалс. Это про кота-рыбачка, который... точнее, не кот, а там кролик. Он запускает наживку, и ты играешь именно за наживку. А там под водой плаваешь, ну, короче, там под музыку. Типа такая музыкальная игра. Вот, еще у меня тут Бравлс. Ну, Бравлс Лего. Тоже такие поединки, только... опять же, из конструктора Лего. То есть планов дофига, ребята, а времени, к сожалению, нету. Ну, мы посмотрим. Если что, вдруг, то можем записать пару серий. Еще, к тому же, не забывай, надо допройти бомжа. А после бомжа я еще нашел три игры, которые хочу пройти. Опять же, в своей любимой стилистике, в пиксельной. Так что, вот, не знаю, ребят. И время, да, подходит к концу отпуска. Так что, хоть разорвись. Так, ну что, давай добьем. Все. Да, Лига Мастеров 3 звезды нам сегодня обеспечена. А завтра, если мы с тобой возьмем топовое место, нам остается что? Да ничего. Просто обфармить жетоны и все. Ну что, я нас поздравляю. Что хотели, то и получили. Так, двигаемся дальше. 17.24. Опять же берем Шреддеры. Здесь же опять возьмем Лео. И последний раз, два, три. Я тебе говорил, 4 поединка. Вот, ребята, мы с вами 4 поединка и отыграли. Как раз нам хватило, чтобы зайти в Лигу Мастеров 3 звезды и немножечко, так сказать, укрепиться. Ну сколько там, 90-я позиция, наверное, будет, да? Скорее всего, да. Ну вот и все. Так что, друзья мои, будем уже, наверное, закругляться. Какое место? 82-е. Нормально. Так, больше нам ничего не остается. Ага, уровень персонажа. Точно. Так, где у нас Макман? Окей, Макмана прокачали. Так, пиццы у нас, по-моему, нету, да? Пиццы нету, к сожалению. Ну, ничего страшного. Забираем здесь награды. Ну и все, друзья мои. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.